Здравствуйте, товарищи! Начинаем. Третье занятие в учебном году 2018-2019. И несмотря на то, что мы уже не один год изучаем науку логики Гегеля, нельзя сделать вывод, что нет прогресса. Поскольку мы оставили позади не только учение о бытии, но уже учение о сущности, и пришли к понятию, которое, как мы выяснили в прошлый раз, еще раз к этому вернувшись, то понятие это, Борис Николаевич, восстановленное через сущность бытие. Восстановленное через... Почему восстановленное через сущность? Потому что снятие сущности – это отрицание ее. А сущность есть отрицание бытия. А отрицание дает то утверждение, которое было в начале. Ну, в развитии, конечно, уже. Поэтому мы имеем снова как бы бытие, но такое бытие, с которым мы можем как бы сначала начинать, а то, что было до этого, оно утонуло, потонуло в той категории, которую мы рассматриваем. И поэтому нельзя тут просто видеть те же самые сущности и то же самое бытие, хотя возвращаться к этим категориям можно и нужно. А здесь мы видим уже новые категории, категории понятия. И вот мы остановились на довольно сложной проблеме соотношение категорий всеобщее, особенное и единичное. Мы уже рассмотрели всеобщее, мы рассмотрели особенное, а сегодня мы будем рассматривать единичное. Ну вот, я думаю, у нас есть желающие что-нибудь сказать о соотношении всеобщего, особенного и единичного. Кто хочет сказать, пожалуйста. Вот Павел Борисович хочет сказать, он даже сурово так смотрит. Единичное – это определенное понятие, которое выступает как абсолютное отрицание или отрицание особенного в понятии. Ну вот это правильно ведь, правильно? Правильно совершенно. Можно проверить по тексту, что это то, что говорит Павел Борисович, совершенно правильно. Но можно подумать, что отдельно есть всеобщее, а отдельно есть единичное. Если единичное – это отрицание отрицания, то это что тогда? То тогда мы вернулись с вами к тому, с чего начинали. К чему? К всеобщему. Значит, можно сделать вывод, что единичное – это всеобщее? Но оно всеобщее не потому, что оно перестало быть единичным, оно единичное как всеобщее теперь. Значит, или всеобщее как единичное. Можно так сказать? А как называется всеобщее, которое такое единичное, которое в то же время всеобщее, или всеобщее, которое в то же время единичное? Как его назвать? А? Особенное. Нет, особенное – это как раз вот результат первого отрицания. Вы берете всеобщее, но какое-нибудь определенное всеобщее, и тогда вы получаете что? И вот получаете особенное. Особенное – это всеобщее или нет? Всеобщее. Особенное тоже всеобщее. Но какое? Особенное всеобщее. Поэтому, когда говорят «особенное», надо иметь в виду, что это особенное всеобщее. А когда говорят «единичное», вы, у, границы есть у этих понятий? Границы стерты. А? Границы стерты. Как это стерты? Кто стирал? Вы стирали. Но единичное – это всеобщее. А? Единичное, оно же всеобщее. Да, но я и спрашиваю, границы есть у этих понятий? Вы уходите как бы так на крыло от ответа. Нету границы. Нету границы. Почему? Где граница? Это категория какого тома? Первого. Граница в бытии. А мы где с вами находимся? Ну, в третьем. Какие границы? Когда исчезли границы? Границы исчезли тогда, когда мы перешли от конечного к бесконечному, и все, и больше никаких границ не было. Из-за этого получилось количество, потому что одно и многое. Они никак, это безгранично, поэтому одно и многое ничем не отличается. То есть одно переходит во многое, а многое можно брать как одно, отсюда непрерывность и дискретность, и они увязываются между собой и так далее. То есть уже ни о каких границах не может быть речи. То есть речь идет о том, что вот если мы берем вот эти категории, это не
категории рядом лежащие, что есть вот всеобщее, рядом находится особенное, а еще вот третье правее лежит единичное. Вот такого нету. Вот я принес этот методический материал. Это что такое? Борис Николаевич, что это такое? Яблоко. А яблоко это всеобщее, особенное или единичное? Вот понятие яблоко. Яблоко? Да. В рамках яблока всеобщее. Что значит в рамках? Какие рамки? Только что говорили, что нет никаких границ, а вы уже в рамки загоняете. У яблок нет границ. У яблок границ нет. Яблоки бывают в любой точке. В любой точке земного шара выливают большие, вот апорт там, 600 грамм. Ну, может и больше быть, может и меньше быть. Раньше 1,5 килограмма были, говорят, когда не было такого дыма и не было машин. И тогда на склонах там вот гор в Казахстане, в Алмате вырастали вот эти самые яблоки апорт по 1,5 кило. В Корее есть яблоки на склонах гор, там где хотите у нас, где только у нас они не растут, яблоки. Можно ли так сказать, что они ограничены планетой Земля? Вам только что сказали, нет границ. У планеты Земля тоже нет границ. Циолковский вам рассказывал, что никогда не останутся люди в колыбели. Улетят другие на другие планеты. Уже у нас марсоходы ходят, уже у нас на других планетах всякие эти устройства сидят и сигналы передают. А вы все с границей носитесь. Вы отстали, Борис Николаевич. Если на Марсе будут яблоки цвести. Ну все-то. Вот наконец-то. То есть вы даже песен не знаете. А это же песня науколойки. Так вот, яблоко как всеобщее. Вот. Ну это какой сорт? То есть какой? Вот мы говорили, что когда говорят всеобщее, это как бы род. А род имеет виды. Вид – это не апорт. Это зимний банан, Борис Николаевич. Докладываю вам, зимний банан. Посмотрите, как выглядит. Желтенький такой, ну, с красненьким. Зимний банан. Именно зимой его к зиме ближе продают. И по вкусу он такой похожий. И это вид. Вид. Чем отличается вид от рода? Чем? Сущностью. Что? Ну, вот. Не читали. Вот видно, вы не читали, поэтому я вас и спрашиваю. Ну и чем отличается особенно от всеобщего? Прием. А? Прием. Неправильно. Вот, Павел Борисович, вы чем от человека отличаетесь? Павел Борисович. Правильный ответ – ничем. Не отличается. Особенное ничем не отличается от всеобщего. Это всеобщее как особенное. Поэтому как оно может отличаться? Как какой-то вид человека, допустим, негр отличается от людей? Негр не отличается от людей. А негр один отличается? Не от негров он не отличается, не от людей. Вот из-за того, что это противоречит науке логики и преследует всех вот людей, которые ведут российскую пропаганду или российскую политику. Вот о чем основывается преследование вот этих людей? Что они не разобрались во всеобщем, особенном и единичном. И я за то, чтобы ужесточить наказание. Потому что не принимают во внимание, что они не изучили соответствующих пунктов науки логики. Надо принять это во внимание и удвоить наказание за такие преступления. И тем не менее, мужчина от женщины отличаются. От людей не отличаются. От людей не. От друг от друга, да. Это виды. Это виды человека. Я спрашиваю, от человека отличаются? Мужчина не отличается от человека, женщина не отличается. А вот зимний банан от яблок не отличается. Яблок нет, а от... От чего? Он от... Так это другой вид яблока, а отличается. Чем? Тем, что он зимний банан. Определенность. Первая определенность. Первая определенность. А вот дальше, а вот это, видите, это думаете, это сорт? Это не сорт. Это сорт у меня в руках или яблоко? Яблоко. Так вот это яблоко. Во-первых, оно не отличается от яблока. Во-вторых, оно не отличается от зимнего банана. Да. Это что, это особенное или единичное? Это
Так оно где-то единичное, это всеобщее или нет? Всеобщее. Оно особенное или нет? Да. Ну вот, чёрт, видите, консенсус. То есть это оно и особенное, оно и единичное, и оно богатое. Это вот какое? Это конкретно всеобщее. Абстрактно всеобщего вообще не бывает. Не бывает яблок, которые бы не были каким-нибудь видом и не выражались бы в каком-нибудь конкретном яблоке. Нету таких яблок. И таких женщин нету, которых не выражается в конкретных женщинах. Нету. И мужчин таких нету. Это все люди. Это все люди. Они отличаются по видам или по родам и, соответственно, как конкретные личности. То есть они отличаться могут друг от друга, но никак не могут отличаться от всеобщего. Почему? Потому что это всеобщее. О чем мы тут говорим? О всеобщем. И вот когда мы говорим всеобщее как особенное, всеобщее как единичное, все идет речь о всеобщем. Только всеобщее, оно по-разному выражается. Это либо первое отрицание, когда вы берете только вид, или второе отрицание, когда вы берете уже единичное. Ну вот что такое единичное? Единичное – это возврат к всеобщему. Почему возврат к всеобщему? Так вроде бы мы наоборот пошли глубже, конкретизировать стали. Взяли яблоки и начали, взяли зимние бананы и стали, и выбрал, я притащил из дома вот этот конкретный экземпляр. И что я этим самым сделал? Я отрицаю теперь яблоки, другие зимние бананы. Я их другие-то не притащил. Это отрицание всех тех яблок, которые у меня дома есть, а я не притащил. У меня дома есть, докладываю. Но если бы у меня их не было дома, они есть в продаже. Но в магазинах вы не найдете. В магазинах без вкуса, без запаха яблоки продают. Они должны долго лежать и обеспечивать прибыль. Эти тоже должны обеспечивать прибыль, но за счет того, что пахнет хорошо. В том числе сферы. Значит, а если это второе отрицание, то это возвращение к началу. А в начале что у нас было учение о понятии? Всеобщее. Значит, это всеобщее. То есть вот это яблоко, конкретное яблоко, конкретный экземпляр яблока, данное яблоко, это единичное, как это всеобщее, как единичное или единичное, но остается оно всеобщим. И никаких тут границ между этим яблоком и яблоками, или между яблоком и видом яблока, зимним бананом, провести невозможно. Какие границы могут быть? Также и отношения людей, так отношения чего хотите. У Гегеля есть такой пример, что вот треугольник – это А. Треугольник, как единичный, но это же и геометрическая фигура. Это геометрическая фигура, треугольник. Ну. Показать вам геометрическую фигуру, раз, и показываю треугольник. Да я какую хочу фигуру, такую показываю. Но это же геометрическая фигура, это всеобщее тут есть. Но это такая геометрическая фигура, которая является треугольником. Вот. Поэтому, вот, поэтому, в отличие от тех людей, которые не изучали учение о понятии, которые их разделяют и, так сказать, раскладывает, это всеобщее, это особенное, это единичное. И так у них и в голове эти перегородки. Вот Гегель с чем борется? С присутствием этих перегородок. И вот это начинается здесь вот такое место, где Гегель начинает переделывать формальную логику. То есть показывать, что это формальное логическое разделение, то есть просто классификация, ранжирование, оно не годится для диалектического рассмотрения, что здесь вы никуда не уходите от всеобщего и действуете в рамках всеобщего. И все вот эти категории – это продолжение рассмотрения этого всеобщего. Хотя вы уже пришли к единичному, вы уже вернулись, только ваше теперь всеобщее стало более богатым. Оно и особенное, и оно единичное. А про особенное что, нельзя сказать, что оно всеобщее? Можно. Но для того, чтобы… Но оно не единичное, потому что оно только одно отрицание. И поэтому, скажем, вы получаете только вид. А конкретный экземпляр, единичный, его еще нет. А вот второе отрицание, когда это будет конкретный экземпляр? Когда он будет не отрицанием яблока. Потому что вот первое, когда отрицание вы получаете, какой-нибудь вид яблока. Вы когда-нибудь вид яблока ели? Нет. Алексей Сергеевич, вам приходилось какой-нибудь вид яблока есть? Вид вы никогда не ели, вы всегда едите только… А почему? Потому что он не бытие, его не бывает. Его не бывает, потому что это отрицание яблока.
все запомнили, что определенность есть отрицание. Это вот выводы из изучения первого тома науки логики. Всякая определенность есть отрицание. А кто может сформулировать, вернуться глубоко назад и сказать, а что такое определенность, как у Гегеля в первом томе написано? Некоторые нахмурились и возмутились такой, таким неожиданным нападением на присутствующих. Вот у нас есть молодые кадры. Определенность что такое? Определенность – это бытие. Все, два. Садись, два. Так. Не бытие, взятое как одно целое. Близко к тексту. Взятое бытие таким образом, конкретное целое имеет форму бытия. Да. Вот, точно. Окей, Сергей. Но все равно можно подшлифовать. Это не бытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия. Стихи. Я иногда удивляюсь, вот берут, скажем, из Ленина какое-нибудь положение, и вот так вот переставят слова и излагают. Я говорю, что вы как Ленин? Вот вам не понравилась редакция ленинская? Это вот вам определение не понравилось. Вот так вот это решили перемешать. Лучше получилось? Или есть вот гениальные формулировки, которые желательно, вот, между прочим, их и сохранять в памяти. Почему? Если они гениальные, они лучше и хранятся. Вот, скажем, если из рода вот это яблоко какое-нибудь, оно уже быстро сгниет. А цельное яблоко, оно нормально будет храниться долго. Какие-нибудь побитые яблоки, тут что-то переставят и все. Вот, Борис Николаевич, а протонист можете дать определение? Давно я к нему не касался. Так это не является разновидностью оппортунизма, если давно они касались? Является. Оппортунист напрасно считается ругательством. Он не предает партию, он усердно служит ей. Но его характерная черта – податливость минуты настроения. Что такое минута настроения? Никто не поймет. Минута настроения, нет такого понимания вообще. Это минута настроения, а это минута расстройства. Ну, давайте дальше. Придача коренных интересов, сиюминутных, второстепенных. То есть предательство второстепенных интересов, сиюминутных. Понял. Это оппортунизм, да? Да, здорово. Вы тут это вот. Как вы сказали, вот Ленина обязательно. Вот так как-то вот. Можно я скажу? Да, очень хорошо было. Напрасно считает у нас это слово просто бранью. А оппортунист не отходит от партии, не предает ее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде. Беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Ну, красиво же это. Ну, красиво сказано. Ну, так вот, Борис Николаевич, ну, вот согласитесь. Не очень. Причем, я даже, не говорю, если сказать, это трудно запоминать. Вот то, что сказал Борис Николаевич, вот это трудно запоминать. А это легче запоминать. Легче запомнить гениальные формулировки. А забывается. А иногда нужно их повторять. Ничего страшного в этом нет. Вот возьмите артистов обыкновенных, вот скажем, вот у нас вот собираются политические бойцы. Но если какие-нибудь обыкновенные артисты театров, они первую репетицию, вторую репетицию, третью репетицию, Борис Николаевич, они весь спектакль, вот все они с начала до конца, все они на память шпарят. Но у них есть там? Да нет там никого. Суфлер. Но давно уже как-то их не используют. Да, это атавизм. И вот они это все, так сказать, выучивают, разучивают, сидят, и они едут в поезде, они это читают и повторяют. Почему? Ну, потому что есть вот произведения. Вот почему эти произведения, какие-то гениальные художественные произведения, они же художественные. Эту художественность вы потеряете, если вы что-то переставите. Поэтому, с одной стороны, вроде, дескать, ну не догматизм ли это? Нет, это не догматизм. Это просто вы, когда есть что-то об определениях, они должны быть точные. А об использовании определений свободное. Правильно? Я свободен в использовании определения. Я применил его и, так сказать, делаю какие-то выводы. Свои, собственные. Но определение-то, или скажем, вот проверим еще. Собственно, что такое?
Ну вот вы за частную собственность или за общественную? Конечно, за общественную. Откуда вы знаете, что это такое, если вы не можете сформулировать, что такое собственность? Неизвестно, за что вы. Ну, неизвестно, за что вы. Что вы за человек? Непонятно. Ну, логично, нет? А вы за какую собственность? Вы за собственность? За какую собственность? Общественную. А собственность знаете, что такое? Собственность? Собственность. Вот я чувствую, что на меня сейчас накинут, скажут, что вы спрашиваете такое? Процесс присвоения. Так. Процесс присвоения. Предметов природы. С целью... Нет. Так надо... Собственность или производство? А вы пошпарите производство, а надо собственность. А надо собственность. Производство я скажу, так. А не надо собственность. Дайте мне рыбу, а вы мне компот. Ну, у меня такое, знаете, как бывает, когда ждешь одно и уже так настроился, раз. Ну кто у нас? Вот у нас Степан Степанович наверняка скажет, что такое собственность. Степан Степанович, собственность. Отношение к предметам как необходимым для своей жизни. Ну, как необходимым? Вот я вот считаю, что все, что у вас есть в руках и в карманах, необходимо для моей жизни. Сейчас пойду и заберу. Так, это отношение не необходимое, а отношение только как к необходимому. Вот все бандиты, когда смотрят на вас, они думают, ну вот эти очки могут и пригодиться, я их продам. Вот. Куртку тоже можно продать. Ну, а это вот там барахло, это пускай остается. Поэтому не все снимают, когда раздевают на улице. Так что это вот определение такие. Можно я дам определение собственности? Собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства как к своим. Спрашиваем молодых изучающих. У вас есть собственность на голову? Мне не надо собственность. А? Мне не нужна собственность на голову. Да я не спрашиваю, я спрашиваю, вы что? Вы скажете, вы представьте себе, что вы на допросе, а вы начинаете как-то вот туда-сюда. Что это такое? Вам не нужна? Я не спрашиваю, нужна, не нужна. Я спрашиваю, есть у вас собственность на голову или нет, молодой человек? На собственность нет. Нет. Нет, молодец. Правильно, все правильно. И не надо мельтешить. Нет, и все. У кого есть собственность на голову? У вас смотря есть? На чью. А? Смотря на чью. На свою. Нету. А? Нету. И у вас нету, Борис Николаевич? То есть вы без головы? Или с головой? Это неотъемлемая часть. То есть отъесть нельзя эту голову? У трупа есть. Которому голову пробили, собственно, на эту голову, которая... как бы мы гадать начинаем, а это должно быть выведено из определения собственности. Если собственность – это отношение субъекта к объективным условиям производства, как своим. Кто рассматривает свою голову как объективное условие производства? А? Может быть, какой-нибудь футболист, который играет головой? Это вот максимум того, что можем предположить, правильно? А голова, она без категории собственности ваша. Для того, чтобы она была вашей, она не нуждается в определении и в общественном опосредствовании. А собственность, отношение к объективным условиям производства как к своим. Вот здесь в слове «как к своим» сидят другие люди, а значит другие как не к своему. И если нет этого отношения, собственности нет. Так, ну это мы... вернулись назад вообще к тому, как пользоваться определениями, как с ними считаться. А здесь мы еще считаемся учение о понятии, что никаких границ нет. Забудьте о границах. Границы есть, они потонули, они тут есть в понятии. Почему? Потому что здесь все есть, потому что понятие есть результат снятия сущности. А сущность... А? Почему тогда слово «стертый» не понравилось? Что? Какое слово? Стерто. Вот эти границы утонули. То есть они есть, но они... почему тогда слово «стерты» вам не понравилось? Границы «стерты». «Стерты»? Сейчас вам скажу. Вы представьте такую картинку. Лист. Верхняя часть закрашена желтым. Нижняя часть закрашена синим. Посередине какой будет цвет? Переходит одно в другое. Зеленый. Вот они когда стерты, вот это вот
то там, где стерты, это и есть граница. Одна и та же определенность, которая соединяет, разделяет два нечто. То есть слово «стертое» границу не убирает. Стирание граней между городом и городом. Это хрущевская формулировка о стирании граней. Вместо преодоления различий между людьми умственного и физического труда. Стирание различий, стирание граней. Это из того времени, вот, ревизионизма. Так что это надо изъять из лексикона. Стертое – это значит, оно есть. То есть между нами с вами границы стерты. Это и вы есть, и я есть все равно. Потому что то есть стертая граница есть граница. Но стертая, всякая граница стертая. Почему? Потому что это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. И стертость – это ее природа. Нейтральная полоса кому принадлежит? И тому, и тому, и не тому, и не тому государству. Правильно? Поэтому вот идите по нейтральной полосе, и вы увидите, что граница стерты. На нейтральной полосе. Так. Ну, в данном случае мы уже говорим не об определениях. Мы говорим о формулировках просто, которые надо употреблять. Мы же говорим о понятиях. Вот есть понятие всеобщего, есть понятие особенного, понятие единичное. Но надо осознать, что нет никаких границ между всеобщим и особенным. Между всеобщим и единичным, и между особенным и единичным, и между особенным и всеобщим. Например, вы особенное можете рассматривать как всеобщее по отношению к единичному. Правильно? Потому что это и так всеобщее. Тут все всеобщее. И, так сказать, вот мы должны понять, что мы находимся на вершине такого развития диалектического. То есть, когда мы забрались в учение о понятии, то тут уже мы за плечами имеем снятие того, что было рассмотрено. Раз снятие, значит, мы не можем к этому возвращаться. А перейти вперед можем. И какой шаг вперед? Значит, я хотел бы в связи с тем, что, поскольку все, как я понял, понимают, что такое единичное, остановиться на таком переходе, который идет дальше, за единичным, что идет, тем более, что всем нужно будет готовиться, и следующее занятие будет посвящено суждению. Как вот мы говорили всеобщее, особенное, единичное, говорили о каких-то там, скажем, примеры приводили, предметы брали, и вдруг раз, и переходим к суждению, то есть к какой-то вот логике такой формальной, да? Диалектической логике, но при этом формальной, то есть есть суждение. Вы знаете, что такое суждение, как выглядит? Форму суждения. А? Диалектически не знаю. Не знаете. Оно и диалектически, и формально-логически одинаково выглядит. А формально-логически? Да. Ну, как оно выглядит? Как субъект и предикат. И? Нет, это другой, давай. Что это? Пары стоят? Нет. У метро? Нет. А где? Субъект сначала. Потом? И есть предикат. Что-что? Есть предикат. Есть предикат. Связка идет. Есть вот предикат. Связка, субъект. Так, потом связка, потом... Предикат. Откуда это взялось-то? Есть переход, вот, дескать, вот говорил Гегель, дошли до снятия этой сущности, до категории понятия, потом это все выбросили, и говорим, давайте займемся лучше, вот субъект есть предикат. Или переход есть какой-то. От единичного есть переход к тому, что вы сказали? Если нет логического перехода, значит Гегель нас обманул. То есть он никакого перехода не дал, и вдруг ни с того ни с сего начинает рассуждаться сначала о суждении, потом о заключении. Это длинная тут дорога, и непростая, и она связана с переработкой всей предшествующей логики, то есть формальной логики. И здесь он показывает как раз то, на чем мы сейчас стоим. Что на самом деле, значит, надо не столько различать, сколько видеть единство этих вещей. Единство этих вещей. Вот вы говорите, субъект есть предикат. Ну, раз субъект есть предикат, значит, субъект – это и есть предикат. А вы же настаивали, что это субъект, а это предикат. Ну, раз субъект есть предикат, значит, ну, поставьте впереди предикат. А потом, если субъект есть предикат, то и предикат есть субъект. Ну, правильно? Ну, раз предикат есть субъект, ну, поставьте там субъект. И что получите? Ну, а связка, она есть, связка есть, она и остается есть. Предикат есть субъект. Ну, вас вы первым его поставили, а она у вас субъект. Вы же первым поставили, о нем же говорите. Предикат есть субъект вашего рассмотрения. В вашем рассмотрении.
Это раз. Во-вторых, мы уже поднаторели по части вот изучения понятий. И уже сегодня особенных протестов по поводу того, что это все всеобщее, нету. Если все всеобщее, так и все. Предикат это всеобщее или единичное? Всеобщее. А субъект? Уже всеобщее. Ну так а в чем тогда проблема? То есть они все, можно их спокойно, так сказать, передвигать, пересматривать. Вот. Так, ну, это вот я только подвожу к вопросу о том, а как осуществляется переход от того, чем мы сейчас занимались, к суждению. Переход заметили, нет? А что вот в науке логики главное? Переход от одной категории к другой? Или это, потом вот это, потом вот это. Это как называется? Рядоположимость. Вот рядом, давайте положим. Вот сначала там бытие стоит, потом сущность стоит. Поэтому нам вот это ни к чему, нам эта книга, вот у нас есть оглавление. Там, что рядом с чем стоит, там все в оглавлении размещено. Правильно? Поэтому достаточно просто. Давайте сделаем кружок по изучению содержания науки логики Гегеля. Это и короче, и проще. И будем, смотрите, вот написано, вот, красота, вообще нет никаких проблем. Пожалуйста. Вот мы сейчас находимся. Субъективность. Написано понятие, потом а, всеобщее понятие, б, особенное понятие. Потом идет какое-то примечание, обычные виды понятий, с, единичное. А после единичной идет вторая глава, суждение. И как совершается переход? А вот так. Переходим к второй главе. Это логический переход? Ну, логический, потому что за первым-то идет двойка. Поэтому это переход логичный в этом смысле, с точки зрения нумерации. А вот если там, ну, третья глава, есть умозаключение. Переходим к третьей главе. После третьей главы переходим, это был все первый отдел, переходим после первого отдела. Вот. Алексей Сергеевич, вы ведь без науки логики знаете, что идет, какой отдел идет после первого отдела? Второй. Вот. Отлично. Отлично. А вы вот тут что-то как... Вот, товарищи, что-то тут никак не могли ответить. А у нас теперь пошло. Вот кружок пойдет теперь, здорово. Второй отдел – объективность. Ученого, возможно, и не будет. Библиотека. Вот. Вот тут есть. Вот с чего начнется? С какой головы объективность? Как вы думаете? С первой, со второй или с третьей? Ну, честно только. С какой головы начнется первая глава? С какой объективность? Второй отдел. С третьей. С первой. Не, неправильно. С первой главы пойдет. Потом, видите, как? Первая глава, вторая глава. И третий есть отдел. Как он называется? Идея. Ну, все, и мы уже дошли до идеи. Ну, вот. А тут по-другому дело идет. Сначала А. Нет, там первая глава, вторая глава. И третья глава есть. Как вы думаете, кто сомневается, что после первой главы должна пойти вторая? Есть такие? Нет, ну, все хорошо. Мы сейчас закончим этими темпами. А? Так, уже закончили. Уже закончили, да, все. Ну вот теперь я, так сказать, возвращаюсь назад для того, чтобы некоторым не нравится, что мы долго, значит, чего вы так долго тут? Тут же все очень просто. Бери оглавление и беги вперед. На чем мы остановились? На единичном. Сформулируйте, пожалуйста, кто-нибудь единичное. Что такое единичное? Павел Борисович, объясните товарищам, что такое единичное? Они просят. Вы их вдохновили своим высказыванием. Союз, отрицание, второе. Всеобщее, как второе отрицание. Но это вы итоги не подвели. Знаете, как бухгалтерам? В конце он какой-то итог. Вот итог надо подвести. Что мы в результате этого получили? Какое-то высказывание. Единичное есть. Что? Некоторое всеобщее. А? Написано «некоторые всеобщие». Ну, почему? Да, вот, что вот некоторые? Вот что некоторые вам дает? Ничего. Валерий Александрович, ну что вы тут хотите нас куда-то как-то сразу запутать? И так тяжело. Это компьютер закрытый. Единичные есть всеобщие. Я правильно? Да. Правильно? Да. Это все согласны? Согласны. Единичные есть всеобщие. А теперь скажите, а в чем состоит суждение? Единичное есть всеобщее, субъект есть предикат. Предикат-то всегда всеобщий, а субъект это и есть единичный.
Вот мы и приехали прямо к суждению. Единичное есть всеобщее. Это и есть суждение. А вот это вот то, что молодой человек говорил, это название. Вот когда вы уже закончили с этим, с единичным, то вы уже название берете для... И вы перешли к субъективной логике. Потому что это всеобщее, единичное относится к, и к объективной логике также. А когда уже пошло это в отражение, в сознание, субъект есть предикат. Субъект – это единичное. Ну, какое единичное? Всеобщее, которое выставляется как единичное. Есть предикат. Это всеобщее. Ну, как всеобщее оно берется. И все. Вот и переход от единичного к суждению. Нет, к суждению. От единичного переход к суждению. Проверяем. Листаем. Открываем единичные. Первая страница. Вот. Вторая страница. Написано вторая глава. Суждение. Совпало? И вот написано. Возвращение понятия в себя. Есть поэтому абсолютное первоначальное деление его. Или иначе говоря, в качестве единичности оно положено как суждение. В качестве единичности оно положено как суждение. Это последняя строчка первой главы и, соответственно, начало второй. Или, как говорит Татьяна Валерьевна, различия стерты между главами. Но это не мешает им существовать как в первой главе, так и второй. Суждение есть положенное в самом понятии определенность понятия. Вот. И, соответственно, у нас задание на следующий раз будет изучить суждение. Суждение. Мы изучаем, изучаем, изучаем. И дойти до чего? До умозаключения. Тут виды суждений. Самые разные идут, отрицательные суждения там, много. Это, так сказать, вообще большой материал. Но вот тут говорится, например, на странице 62. Единичное есть некоторые особенные. Это положительная форма отрицательного суждения. Выражает сказанное непосредственно. Особенно содержит в себе всеобщность. Особенно содержит в себе всеобщность. Хотя и все содержат, но это... И так далее. Единичное есть особенное. Можно так сказать про суждение. Почему? Да потому что это тоже суждение, потому что особенное – это же всеобщее. Поэтому и это подходит под это определение. Бесконечное суждение, потом суждение рефлексии, там виды суждений сингулярные, партикулярные, универсальные. То есть мы не дойдем в следующий раз до умозаключения. А что будем делать? Суждение необходимости, категорическое суждение. Гипотетическое суждение, разделительное суждение. Некоторые товарищи по личной инициативе, убоявшись изучать науку логики, говорят, мы сначала изучим формальную логику. И начинают изучать формальную логику. А это в чем выражается? Это в отодвигании науки логики. Потому что, как говорится, изучат формальную логику, а уж до науки логики, до диалектической логики дело не дойдет. А в чем, так сказать, задача, в чем вклад в развитие логики Гегеля? В том, что он взял и формальную логику показал, что то, что люди, которые изучали формальную логику, рассматривали как отдельные, как разрубленные кусочки, как какие-то отдельные, так сказать, элементы, веточки или бревнышки этой самой логики деревянной. Они на самом деле находятся в взаимосвязи, в переходах одного в другое. И нельзя их делить, никак нельзя разделять, потому что в понятии такого деления быть не может. О чем мы сегодня уже и говорили. Не может быть деления, нет тут границ, поэтому никак вы не разделите суждение, и поэтому одно в другое переходит. И он это показывает. Вот суждение понятия идет. Ассерторическое суждение, проблематическое суждение, аподектическое суждение. Вот мне, когда я выступал в разведопросах у Пучкова, он каждый раз встречает так: «Я вас категорически приветствую». Ну, я, значит, как-то думаю, как-то он меня приветствует, а я ничем ответить не могу. Потом ему раз и говорю: «А я вас аподектически приветствую». И, так сказать, и ссылаюсь на то, а что такое аподектическое суждение.
И как-то и хорошо получилось. Вот, поэтому... А вы еще сказали, вот... тогда перейдем к категории. Да, и вот третья глава «Умозаключение». Видите, это далеко, 84 глава. Но это вот то, что мы будем изучать с 47 по 84, и это вся формальная логика здесь содержится. А формальную логику кто? Аристотель? Да. Так это у нас тогда, если Аристотелю 2000 лет, а Гегелю 200 лет, на 1800 лет у нас тогда, если формальную логику будем изучать, на 1800 лет назад как раз ведь нас. Человечество уже с помощью Гегеля продвинулось. А вы хотите на тысячу лет туда-назад уйти или вперед пойти? Вперед. А если вперед пойти, то нужно обязательно туда-назад пройти на тысячу лет или можно отсюда пойти? Вот сразу же с Гегеля. От Гегеля. Почему? Потому что Гегель эту всю логику здесь представляет. Причем представляет с позиций диалектических. Он же не отбрасывает эту формальную логику. Он говорит, ну вот эти вот категории, которые вот так представлены, можно и вот так рассмотреть. И видеть их, вот эти неподвижные совершенно виды суждений, показать их связь между собой, чтобы люди видели, что, так сказать, они не разделены так жестко, они переходят одно в другое. На самом деле так и связаны мысли человеческие, они очень связаны. И когда человек думает или мыслит, он, у него в голове, так сказать, роятся самые разные суждения, да, прежде чем он выложит уже окончательный какой-то вариант. Но само по себе деление суждений, какое было, он это все деление сохраняет, он их называет и показывает. Это вот так называется, это вот так. Названия разные. Названия это разные, а все это что? Суждение. А суждение все равно это вид понятия. Это всеобщее. Все это всеобщее. Но представлено как особенное единичное. И в разных видах и формах. Вот на чем мы будем тут долго, наверное, останавливаться и разбирать, не спеша. Почему не спеша? Потому что мы представляем свой кружок, основная часть участников которого находится за пределами этой комнаты. И поэтому мы должны двигаться темпом, который позволяет спокойно изучать, проверять, читать. И в такой науке есть быстрые броски абсолютно ни к чему. Потому что, наоборот, нужно иногда возвращаться назад. Чтобы пойти вперед, надо повернуться назад. И тогда мы будем твердо стоять на ногах. А вот если как сталинские шарашки создать, пока не изучили, из этого помещения не выйдем. Кто не изучал вообще? Кроме шарашек, Борис Николаевич, была еще Академия наук, вот, в которой не отбирали институты, как в наше время. Вот это только шарашки могут отобрать в Академии наук институты. Потому что шарашки в голове у тех, которые отбирают институты Академии наук. Это тогда не государственное учреждение, а шарашки. Словом шарашки все и сказано. Это шарашки могут быть некоторым подспорьем той деятельности, которая ведется. Есть Академия наук, есть государственные институты, они разрабатывают, а некоторых людей собирают, и они тоже подключаются к чему? К одному большому проекту или к одному большому делу. И делают единичные. А всеобщее и особенное разработано. И делают что-то единичное. И тем самым они делают и всеобщее. Чтобы было это, вот это единичное стало всеобщим, надо, чтобы были не одни шарашки. Если будут одни шарашки, то вся страна будет шарагой. А у нас, наше доблестное министерство, оно вот сейчас переименовано, образование и науки Российской Федерации, за 3 года уничтожило половину вузов страны. Ни в одной стране ничего подобного, ни в какие годы, ни в царские, ни в советские. Не в бура, никогда такого не было и быть не могло. А сколько это количественно? Ну, это вузы просто количество. Нет, я... Ну, а дальше вы знаете, что оставшиеся, они все время сокращаются. Да, понятно. А зачем много людей? Оптимизируются, вы оптимизируются. А что такое оптимизировать? Это наилучшее. А какой критерий оптимизации? Критерии оптимизации такие. Забрать деньги у всех, у кого можно забрать, и рассовать по карманам. Вот в чем состоит оптимизация. У нас же люди, миллиардеров количество растет не по дням, а по часам.
За 16-й год у нас выросло количество долларов миллиардеров в России на 11%, а долларов миллионеров на 10%. Что-то темпы слабые. Темпы слабые, думаете? Нет, это выше, чем темпы роста развития китайской экономики. Это выше. Сделали же китайцев, можем же. Сделали, да. Вот по этой части сделали, да. Так, ну вот. Если то есть на самом деле вопрос о таком вот единичном, всеобщем и особенном, он не такой же сложный, если не забывать о том, что пути, которые мы прошли. Потому что каждая вот следующая категория – это результат. А результат должен быть взят вместе с процессом. Правильно? Вот чем отличается логика диалектическая от формальной? Ну, там мы взяли, определили, и все, и мы с этим работаем. А здесь, чтобы понять вот категорию, которую мы сейчас рассматриваем, мы должны понимать путь, который к ней ведет. Почему? Потому что все содержание этой категории состоит в этом вот логическом движении. Поэтому, если мы говорим «всеобщее», значит, что «всеобщее»? Не «всеобщее» вообще, это понятие. А понятие что такое? А понятие – это результат, это установленный через сущность бытия. Уже сразу в этой фразе сидит и сущность, и бытие. То есть, если человек знает учение о сущности, знает учение о бытии, тогда он может понимать что-то здесь, учение о понятии. А если человек вот так сразу начинает забираться и разбираться в понятии, он начинает, вот понятие, вот определение, и притаскивает вопрос об определении, которое относится к чему. Определение у нас где находится? В каком? В какой книге? А? В первой книге. Кто-нибудь сможет дать формулировку определения? Ну, говорит, вы спрашиваете. Мы же уже это прошли. Определение – это качество. Определение себе в простом личности. Так, тихо-тихо. О, очень хорошо, так. И сущность находится единственное с другим элементом этого нечто в своем бытии. Прекрасно. Учитесь. У товарища Войтюка. Определение. Качество, которое есть в себе в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, есть в нем бытием, есть определение. Вот даже так, Павел Борисович, вот определение в конце, то есть как бы к определению мы подходим. Берем качество, которое есть в себе, что значит в себе, которое сохраняется в изменениях. Да? И сущностно находится в единстве с другим этого нечто, с в нем бытием. То есть оно не просто сохраняется, оно сохраняется в борьбе с иным. В борьбе с иным. И не только в борьбе с иным сохраняется, оно и проявляет себя вовне. Раз бытие в себе связано с бытием для иного. Правильно? Они в единстве находятся. Если определение «такой человек хороший», он очень хороший, но ни в чем не проявляется. Настоящий коммунист, КПРФ, ни в чем не проявляется только то, что он коммунист. Вот это определение. Но это определение где было? Это когда мы говорили о чем? О нечто. Вот нечто, изменяющееся нечто, там, где речь шла об изменяющемся нечто. И вот можно войти извне, через в нем бытие, попасть в определение и изменить его. Поэтому парная категория к определению какая? Характер. То есть, с одной стороны, человек хороший, характер плохой. С другой стороны, через характер можно зайти в определение, и человек не такой же хороший со своим характером. Вот так компьютерщики соображают. Чего вы показываете пальцем? Вот, товарищ Павел Борисович, вот вы на себя показываете. Он-то сказал, что такое определение, а вы говорите, а я вот не сказал. Вот так показывайте. Это будет большевистская самокритика, Борис Николаевич. Оптимизация сейчас займусь. Не оптимизация, а большевистская самокритика. Ну вот, собственно говоря, то, что можно и нужно сказать о единичном, вот мы сказали, и я думаю, что это нужно еще раз перечитать. Потому что здесь прямо вот это и постоянно и говорится. Я вот для себя это выделил, думаю, что и вы это выделили карандашиком. Борис Николаевич, у вас ведь есть эта книга? Есть. А почему у вас карандашиком не подчеркиваете? Где у вас? Это тяжело ее? Не доработал. А почему вы все время не дорабатываете? Вот. Почему одни перерабатывают, а другие не дорабатывают? Потому что нет, у меня кое-что подчеркнуто. Не надо кое-что подчеркивать. Надо подчеркивать важное.
в том, что вы читаете. Вот, например, написано: единичность, как оказалось, положена уже через особенность. Как оказалось. То есть на самом деле, если особенность есть, то это не вообще всеобщее, а всеобщее как особенное. Правда? Так что она уже тут положена уже. Последнее есть определенная всеобщность, следовательно, соотносящаяся с собой определенность. Определенное и определенное написано. Определенное и определенное. Вот определенное и определенное уже похоже на отрицание и отрицание. Правильно? Вот поэтому она и есть уже через особенность. Поэтому единичность является прежде всего рефлексией понятия в себя самой и своей определенности. Она есть опосредствование понятия с собой. То есть никуда мы из понятия не ушли. Никуда мы не отошли. Мы находимся в сфере понятия. Вследствие чего понятие восстановлено как равное себе самому, но в определении абсолютной отрицательности. Что значит абсолютная отрицательность? Это значит второе, два отрицания. Первое отрицание и второе. Вот когда и первое, и второе, это возвращение уже к себе через отрицание своего отрицания. Называется абсолютной отрицательностью. И вот понятие восстановлено как равное себе самому, но в определении абсолютной отрицательности. Одно дело просто взять всеобщее, как всеобщее, без рассмотрения, без этого вот момента. А вот я надо его взять как восстановленное, как равное себе самому, но в определении абсолютной отрицательности. И получите единичное. Что вы взяли? Да вы брали это всеобщее, и вы всеобщее, и у вас в руках и останется, но уже как единичное. Вот в частности я хочу задать вопрос, а что раньше, курица или яйцо? Курица из яйца появилась или яйцо из курицы? Да тут надо диалектически подумать. Так это всеобщее, наверное. Ну какое всеобщее-то? Яблоко? Ну какое всеобщее? Яйцо – это курица. Но? Вот делайте вывод. Это ну, бесконечное. Вы вывод сделали или вопросы задаете? Вывод. Ну какой вывод вы сделали? Что нельзя сказать, что из них раньше, что позже, потому что это всеобщее. Мы не можем границу провести. Не можем. Почему не можем? Потому что всеобщее. Потому что яйцо – это курица. И эта курица сначала как яйцо, а потом курица как молодая курица, а потом курица, как которая уже не сушка. Да, а потом и так далее. Или там желудь, что раньше, желудь или дуб? Можно так поставить вопрос? Это как раз вопрос о том, можно ли желудь, это же дуб или не дуб? Дуб как желудь, дуб как росток, дуб как молодой дубок, дуб как дубок. И дуб как дуб. То есть это все дуб. В своем развитии и движении. И никуда мы не и никуда мы за рамки этого понятия дуба не уходим. Но это дуб вообще, о котором мы сейчас говорим. А мы можем взять и конкретный какой-то дуб. Дуб. Дубы, которые растут, скажем, в парке Дубки в Сестрорецке. Это будут уже особенные дубки. Дубы. Правильно? Потому что мы все остальные не берем. А потом мы подойдем к одному конкретному дубу и скажем, вот он, самый толстый. Самый большой, самый старый. И это будет уже единичное. И все это дуб, дуб, дуб. Правильно? Все это будет. И никуда мы из этого, от этого понятия не уходим. Поэтому, скажем, вот эти люди будут, скажем, которые ставят вопрос, что раньше, курица или яйцо, посрамлены, потому что яйцо не бывает. Вы можете яйцо иметь в виду какое? Крокодилье? Нет. Крокодилы ведь тоже из яйца. Если вы имеете в виду куриное яйцо, то оно не раньше и не позже, потому что это курица в виде яйца. Жизнь курицы бесконечна, можно сказать, вечно. Вы себя успокаиваете? А он уже не несется. Что, успокаиваешься? Так, вот дальше. Вот. То отрицательное во всеобщем, вследствие которого последнее есть некоторые особенные, мы определили выше, как двоякое свечение. Поскольку оно есть свечение вовнутрь, особенное остается всеобщим, а через свечение вовне оно есть определенное.
возвращение этой последней стороны во всеобщее двояко. Это либо возвращение через абстракцию, которая отбрасывает это определение и восходит к более высокому и наивысшему роду. Абстракция просто отбрасывает. Либо через единичность, которая вообще не сходит в самой определенности. Всеобщность и особенность явились, с одной стороны, моментами становления единичного. Моменты становления единичного. Поэтому это все, вот никуда мы не ушли от этого, от этой понятия, от понятия. Более детальное рассмотрение показывает нам само абстрактное как единство единичного содержания и абстрактной всеобщности. Стало быть, как конкретное, как противоположное тому, чем оно хочет быть. То есть рассматривается абстрактное, а оно оказывается, вот, оно оказывается конкретным. Вот я не Шабусов, я отталкиваюсь от него. А раз я от него отталкиваюсь, я к нему притрагиваюсь и соединяюсь с ним. И вот тогда я уже не абстрактное, что, дескать, я не будем говорить о Шабусове, а говорю только о Шабусе, а вас-то я ничего не говорю. Но сейчас уже говорю. То есть вот люди уже диалектически подготовленные начинают видеть вот единство там, где другие видят только вот разделение и отделение. Всякое отделение, всякая попытка разделить – это попытка и соединить тем самым. Понятие имеет три особенных определения. Всеобщее, особенно единичное – это три особенных определения, понятия. И эти определения, понятия, они едины. В смысле, что все это понятие. Единичность есть возвращение к понятию как отрицательно внутрь себя. Только голое представление, для которого их изолировал процесс абстракции, способно прочно удержать для себя вне друг друга всеобщее, особенно единичное. Взятые таким образом, они доступны перечислению. Вот их и перечисляют, вместо того, чтобы видеть, что это все одно понятие. В единичности указанное истинное отношение, то есть нераздельность определения понятия, положено, ибо как отрицание отрицания, она содержит в себе их противоположность, и вместе с тем эту последнюю в ее основании или единстве, то есть происшедшее слияние каждого из этих определений со своим другим. Вот здесь что подчеркивает Гегель, слияние. Возвращение определенного понятия в себя означает, что оно имеет такое определение, по которому оно в своей определенности есть все понятие целиком. Но единичность есть не только возвращение понятия в себя само, а непосредственно и его утрата. Через единичность, подобно тому, как понятие есть в ней внутри себя, оно становится вне себя и вступает в действительность. Ну вот, собственно, низшим из всех возможных представлений о всеобщем в его соотношении с единичным является это представление о чисто внешнем отношении всеобщего как чего-то только общего многим. Не знаю, как вы, у меня, например, при начале изучения этого вот науки логики было представление о всеобщем, как о таком, которое что-то такое общее у многих. А на самом деле всеобщее – это понятие целиком, целиком, а не какое-то там общее чего-то. Понятие, как это соотношение его самостоятельных определений, потеряло себя. Ибо в таком виде оно уже больше не есть их положенное единство, и они выступают уже не как моменты, не как его освещение, а как сами по себе существующие. Как единичность, понятие возвращается в определенности внутри себя. Тем самым определенное само стало тотальностью. Тотальность – это total, это целое, всеобщее. Возвращение понятия в себя есть поэтому абсолютное, первоначальное деление его. Или, иначе говоря, в качестве единичности оно положено как суждение. И вот это тот переход, о котором у нас сегодня и разговор. То есть мы не просто рассматривали единичное, а рассматривали единичное как переходящее в суждение. И суждение – это не новое, так сказать, перейдем к суждению, а мы уже к нему перешли. И не мы перешли, а само единичное переходит в суждение. И поэтому логично заниматься суждением. С такой, можно сказать, со спокойной душой. Потому что переход совершился, и поэтому довольно большое тут обширное содержание. Такое обширное больше по всяким видам классификации. Но во всех этих видах классификации Гегель
пытается показать их единство, не столько различие всех этих форм умозрительных, форм мышления, сколько единство этих форм мышления. И вот, а если вы возьмете какие-нибудь руководства по формальной логике, они все посвящены тому, чтобы их разделить, абсолютно разделить одно от другого. И запоминайте, вот разделили, и вы запоминаете их совершенно раздельно. Вот у Ленина есть интересное такое высказывание, он про Каутска говорит. Каутска, говорит, блестяще знал произведение Маркса и Энгельса. У него в голове есть ряд деревянных ящичков, и в эти ящички разложены все цитаты из произведения Маркса и Энгельса. В голове есть ряд деревянных ящичков. Вот у нас в голове не должны быть деревянные ящички. И такое вот разделение на деревянные ящички нам не нужно. Иначе человек не может понять вот того, что есть на самом деле в жизни. И не может понять, ну, главное, что в диалектике? Это же учение о противоречиях. Какое там может быть разделение? Там даже противоположности находятся не просто разные, а противоположные находятся в единстве. Да только если в единстве находятся, только тогда они могут быть и противоположными. Всегда в единстве. Так, есть какие-то вопросы по проделанному материалу, да? Ну, не по материалу, по следующему занятию. 27 числа получается. Какого? 27-го 11. 27-го. Хорошо же? Для вас. Хорошо. А для вашего группы? А для 27 числа. Собираемся здесь же. И потому как, я думаю, что мы там узнаем, сколько мы пройдем по этому материалу. Это будет зависеть от того, как это воспринимается. Вот. Но я думаю, что для тех, кто здесь присутствует, для тех, кто нас смотрит, задача одинаковая. То есть постараться теперь с пониманием того, что, так сказать, исходным пунктом вот, для суждения является единичное, именно это единичное мы и разбираем. Мы разбираем единичное понятие. Вот, то есть мы разбираем не куда-то там где-то витаем в облаках, а мы что-то берем, что-то хотим понять единичное. Для этого мы можем рассматривать разные суждения. Ну, можем обратить внимание на то, какой они имеют вид, то есть как поворачивается мысль, какие могут быть суждения. И только после, как мы рассмотрим разные виды суждений, и мы сможем их видеть, как они различаются одно от другого, а раз различаются, то, следовательно, они еще и едины, то после этого мы можем уже переходить к умозаключению. Но мы сможем перейти к умозаключению, только если мы увидим видеть единство суждения. А если мы суждение единства не увидим, то никакого перехода к умозаключениям, кроме такого. А теперь перейдем к умозаключениям, как написано в руководствах по формальной логике. Вот это с этим отличается изучение науки логики. То есть мы все время строим все более длинную цепочку логическую, вернее, пытаемся осознать эту длинную логическую цепочку, которую досмотрел до конца, до абсолютной идеи Гегель. В этом смысл этого гениального произведения. Есть люди, которые это не хотят делать в силу умственной лени или в силу слабости ума. Вот. Разные тут есть причины. Или некоторых людей просто нет времени, потому что это длительный процесс. Но эти люди, у которых нет времени, они не занимаются тем, что говорят, что мы занимаемся не тем делом. Они просто понимают, что это так сразу не схватишь и не освоишь. И поэтому есть разные формы освоения. И более того, никого нельзя принуждать изучать науку логики Гегеля или заниматься диалектикой. Почему? Потому что принуждать изучать сложные вещи вообще бесполезно. Например, как говорят, как надо обеспечивать работу или контролировать работу физиков-теоретиков. Их надо кормить хорошо, смотреть, чтобы они высыпались, а дальше они сами задачи будут решать. Все. Потому что вы никакими другими способами или не выспавшийся математик ничего не докажет. А если ему надо доказывать, он может спать не будет, он будет все время доказывать в голове. Так и здесь. То есть, ну как науку логики, как вы собираетесь, как заставить его? Вот я вот думаю, как вот вы самый молодой, надо вас заставить изучать науку логики. Но я понимаю, что независимо от того, кто в каком возрасте, заставить изучать науку логики нельзя. Это надо полюбить. Некоторые трудные не любят. Любят легкое. Это люди ограниченные.
Да, ограничено. А любит легкое. А в жизни все великое, оно трудное. И тот, кто хочет овладеть великим, тот вот снова к этому возвращается. Поэтому Маркс и писал, что в науку нет широкой столбовой дороги. И только тот сможет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее когнистым кручам. Ну и, соответственно, и удовольствие получает человек. От чего? Вы знаете, как вот некоторые даже падают, причем при спуске вниз. Я вот видел в Домбае кладбище, мы с Олегом Анатольевичем Мазуровым были, на кладбище альпинистов. Такое грустное очень кладбище, потому что вот он покорил такую вершину, такую-то вершину, такую-то вершину. 5 километров, 6 километров. И при спуске с горы, после того, как он ее покорил, сорвался и погиб. Это, как говорится, неизбежно в таком деле. Потому что это действительно вершины. Ну, именно поэтому заставлять, вот как альпинистов, можно заставить альпиниста, значит, вот туда забираться, там, где он может отморозить ноги и их потерять после этого, и где, возможно, его оттуда только вертолетом спасут, как одного нашего недавно спасли. Да, а могли и не спасти. Поэтому как можно заставлять заниматься наукологией? Это я хочу сказать тем, которые говорят, вот, не надо изучать диалектику Гегеля, вам не надо. Вам не надо. Это для тех, кто любит серьезное, глубокое и трудное. Потому что великое оно и серьезное, и глубокое, и трудное. И нельзя стать великим, если вы не встанете на плечи гигантов. Поэтому вот Ленин прямо говорил, почему, что мы должны сделать? Мы хотим встать на плечи гигантов, а не пигмеев. И поэтому, если мы хотим видеть далеко. Поэтому у нас кружок – это кружок любителей гегелевской диалектики. Он необязательный. Необязательный. Никого мы не принуждаем. Если есть кто-то здесь присутствует, кто считает, что его принудили, то прошу больше не приходить. Меня подкупили. Значит, Самсонов уже как бы снимаю. Да, все. Спасибо. Спасибо за внимание. Так. Павел Борисович, вы выиграли сегодня. А я уже да. Ну все согласны. Ну все очевидно. Это причем Павел Борисович получил 3 приза. Всеобщие. Особенные.